Это субботнее утро. Многие ахинские нефтяники провели здесь, в спортивно-оздоровительном комплексе «Дельфин». Соревнования по плаванию сегодня вместо традиционной физзарядки. Порция бодрости и адреналина. Свои силы в бассейне комплекса попробовали работники сервисных предприятий «Роснефти» и различных подразделений общества «Роснефть Сахалинморнефтегаз». Всего 5 команд. Ахинская ТЭЦ, управление добычей нефти и газа, управление магистральных нефтегазопроводов, аппарат управления общества «Роснефть Сахалинморнефтегаз» и обособленное подразделение управления энергетики. Иван Овчаренко, работник Ахинской ТЭЦ, предпочитает здоровый образ жизни, в корпоративных соревнованиях принимает участие регулярно. Результат налицо – первое место в личном первенстве турнира нефтяников по плаванию. Второе и третье место тоже у работников ТЭЦ Павла Санина и Павла Никифорова. Ахинская ТЭЦ в этот раз показала самые высокие результаты. Женщины этого предприятия тоже заняли главные призовые места в личном первенстве. На первом – Анна Пономарева, на втором – Антонина Кузнецова. Третье место у Натальи Кучерок, аппарат управления Сахалинморнефтегаза. По итогам эстафеты командные места распределились следующим образом. Чемпионом, что и неудивительно, стала команда «Ахинская ТЭЦ» «Серебряные призеры», обособленное подразделение управления магистральных нефтегазопроводов «1». Третье место у аппарата управления общества «Роснефть Сахалинморнефтегаз». На четвертом – управление добычи нефти и газа. Пятое забрала команда управления магистральных нефтегазопроводов «2». Победители и призеры соревнований награждены почетными грамотами, кубками, медалями и, по традиции, ценными подарками. Организацию соревнований наряду с профсоюзом нефтяников осуществили работники комплекса «Дельфин». Ахинский спорткомплекс сегодня самое популярное и востребованное учреждение в городе. 400 человек в день его посещают, а нефтяников среди них не меньше половины.